бананчики. Какой нарядный. У него новые цветочки, новые косички на его машинке. Вот это вот сахарные штучки разные. Просто все из сахара сделано. Ну и ложечки для одевали, лампы. Диповали. А это вот все самые известные раджастанские зонтики, которыми украсили дорогу. Сейчас вот прекрасные лампы, разукрашенные, да. Пошли вовнутрь. Ну, теперь к тем тапкам. Теперь надо вот такую юбку всю в зеркалах. И вообще все, чтобы соответствовало. Ты чего? Что это? Нет, я не хочу. Мне не надо. Это какая-то жестокая смесь из специй. Ну, вкусно, но непонятно. Под таблетки. Ой, что бы такого купить-то теперь, раз я на свободу выпущена. Сари. Ой, с какими красивыми слонами. Да меня сейчас все равно утащат. Красота, прямо красота. Сейчас, подожди, у меня муж. Нет, я не смогу эту таблетку съесть. Подожди. А, после еды очень хорошо. Ну, это, наверное, знаете, может быть, это корки из граната. В общем, тут все очень полезное. Здесь нет ничего вредного, никаких лап медведей или желчного пузыря чего-нибудь. Все сплошная аюрведа. Никто не пострадал, как я понимаю. А тут у них, дарлинг, амла, драй амла. Есть ли у них сушеная амла? Смотрите, что-то прям серебряное вот в тех баночках. Покажи. Мне кажется, вот это вот амла сушеная. Да? Лучше амла мне чуть-чуть. Дай попробовать. Сколько стоит? 160. А поменьше? Сколько килограмм? Half kilo. We don't need half kilo. А мы бит 200 грамм? Может быть 200 грамм? 200 грамм? It doesn't become bad, he says. Да? You can keep for 1 year longer. Ну, всякое. Of course, I will eat. Вот я это вообще. Давай. Полкилограмма тогда, да? 160 рупий, полкилограмма. Я лучше амлу, чем эти таблетки. Таблетки я прямо чувствую, что они очень полезные. Прямо такие полезные. Чего только нет. Все, спасибо. Ага. Пойдем. Амла и дурка пала. Я знаю, амла это просто огромнейшая концентрация витамина С. И
если бы какую-нибудь туничку, туничку. Ну, такую уже, не с такими жестокими зеркалами. Я бы купила. Вернее, он бы купил. Спасибо. Пошли на другую сторону, говорит. Видимо, очень настойчивые продавцы, что даже Саши решил сбежать. Не волнуйся, говорит, как всегда. Тут дорогу перейти, тут целый квест. Ну все. Я вижу, что здесь нету одежды, да? Пошли, все полезное, очень полезное. Вот это вот он купил, помню, в Харидваре. Но он так и не ест. You buy in Haridwar, but you not eat. Я положила в холодильник. Вот видите, какие разные чудесные штучки из сахара. Когда приходит Дивали, он очень скучает по своей маме. Это так было весело дома, когда они отмечали праздник Дивали. Большой семьей, шестеро детей. Ой, я даже не знаю с этим. А я, кстати, у нас так и осталось. Да, это очень сладко. Мы купили тогда три в Харидваре. Одну я съела по дороге, вернее, в Дели. I have. Ты вчера покупал. You buy yesterday. I still have. That was 100 rupees because you stopped with the taxi. Но у меня до сих пор есть. Яблоки я еще ни одного не съела. А мандаринку съела только одну. Вчера же он купил, когда мы от брата ехали. Вот. А эти манго сушеные. У меня так две упаковки лежит. Одну я в Дели съела, а две в холодильнике. Мы покупаем, а потом раздаем. Вот яблоки я тоже еще ни одного не съела. Из вчерашних купленных. Но я съем. А это фейерверки. Это вот можно вот так растянуть по всей дороге. И будет здорово. Весело. У них есть разные. Он говорит, я тебе покажу. Только ради бога не покупай, пожалуйста. Я поняла, да, это бенгальские огни такие, только огромные, вот есть маленькие. А это чтобы было вот кружилось вот так вот, круглое. Можно я его уведу? Он так увлекся. Не надо. Мы, говорит, сделаем немножко. Может быть, не надо, пожалуйста. Это, говорит, очень интересно. Пошли, пожалуйста. Давай лучше чужие смотреть. Я не хочу сама зажигать. Будем наслаждаться чужими фейерверками. За бесплатно. Thank you.
в Путапарке нет такого количества товаров и торговых рядов. Конечно, нет. Здесь же все-таки город-миллионник, мне кажется. Надо будет проверить. О, Господи, вот что делает подсознание. Я думала, это змея. Потому что краем глаза только увидела, и мне стало страшно. Боже мой, это будет очень вкусно, и мы съедим 0,5 килограмма в отеле. Я такую штуку никогда еще не ела. Я ее боюсь. И что? 0,5 килограмма сколько стоит? Ей хочется побольше продать. Всего 20 рупий. И, видимо, мы первые, потому что она вот постукала. Наслаждается завтраком. Ты здесь Йор? Ее внучка, наверное. Вот папа. Это дочка дочки. Внучка, но от дочки. Смотрите, сколько у нее вот этого вот. Он хочет ей денежку дать. Я так и знала, что Саши даст ей денежку. 20 рупий он ей. Ну, подарок ребенку на праздник. Что-нибудь себе купит. Бабушка торгует. Но тоже наверняка при такой конкуренции не особо огромные. Не, ну такой мне не нравится. Нет, я такой не хочу. I want cup with the hand like this, something, керамик. Ну и покупай. Нет, не такие. Покупай, чего хочешь. Это у них традиция такая. На Дивали надо что-то купить для кухни. И вот, видимо, он чашечки. Хотя бы, чтобы одну штучку. Ну, это, не знаю, по мне так это какая-то трата денег, потому что у нас этих стаканов штук 20 лежит. Мы их не используем. Сегодня, говорит, такая традиция. Сегодня надо купить. Он говорит, когда в Индии ты что-то выбираешь, ты не говоришь, что это прямо вот, ой, обалдеть, потому что тебе сразу, но это не только в Индии, так везде, потому что если увидят, что ты ужасно хочешь, то они назначат самую высокую цену. Это он мне к тому, я говорю, что я сегодня-завтра какой-нибудь наряд куплю, вернее, для пинджаби дресс-отрез, а в Путапарке пошью. Он меня учит выбирать на рынке. О май год. Тут охранники даже с ружьями. С ружьями, потому что лавки с золотом. А это что, больничка? Ну что такое-то? Куда ты меня вывел? Страшно же. Главное, стоим на пешеходном переходе.
парке, на пешеходном переходе. Фу. Еще один квест пройден. Занавески. Очень хорошо. Вот они такие вот плотненькие. О, она с полосочками. Золото, бриллианты. Почему у наших королев были голые плечи и руки? Должно быть все в бриллиантах, все в браслетах. О, я ему говорю, как ты думаешь, где-нибудь что-нибудь мы будем приближать или будем ходить так быстро? Он говорит, ну сама думай. Я говорю, брать камеру приближающую или не брать? В общем, сошлись на том, что не брать. Но вот этого вот павлина надо было, конечно, приблизить с его цветами. Вот отсюда еще лучше видно этого павлина. Ну ладно. О, иностранцы за покупками. И тоже с пустыми руками. Что ж такое-то? Ничего им еще не втюхали. Становится жарко. Он говорит, что ты хочешь купить? Говорю, не знаю, может тунику, может платьишко. Но я уже потеряла азарт, я уже ничего не хочу. А мы здесь вчера были, нет? Ой, пошли. Да не знаю. Я их боюсь. Давай. Зая. Как ей хорошо. Не мешай, говорит ей. Намасте. Намасте. Fine, thank you. Thank you. Просто, говорит, зайди, просто посмотри. Честно говоря, вот так я боюсь заходить. Я люблю заходить, когда меня никто не видит, не дергает. Ну, как в ашрамном шопинг-центре. Захотела, посмотрела, померила. Здесь я чувствую давление. Ну, вот эти вот тапочки. Такое впечатление, что на меня надавили. Я бы в здравом уме и трезвой памяти ни за что бы не купила столько зеркал на ноги. Растение, дерево. Это растение счастья. Да. Plant a happiness. From other side they write plant happiness. Да. Растение счастья. Или вот можно сделать меченьки. Да. Это тоже счастье. Но у меня уже счастье закончилось. My happiness finish. No. Он говорит, сделай татуировку, и это останется навсегда. Я говорю, ты что? Он говорит, я шучу. Ай, какая прелесть. Thank you. Я не чувствую свободы выбора. До тех пор, пока на меня не набросятся продавцы, спасибо. Я еще смело трогаю. Господи, господи. Вот у меня иногда есть ощущение, что я здесь жила в прошлых жизнях, но все равно у меня вот страх перед тем, как они начинают себя убеждать. Вот такие вот надо, вот такие, дарлинг, вот такие чашечки надо.
Вот. Тащи куда-то в аптеку. А, он свои эти. Бедный пальчик. Жалуется. Вот такая надо голубая чашечка. Кап-кап, блю. Нет у них голубой чашечки. Красиво, правда? Это инек жель, естественно, но что-то такое аутентичное. А это обычные киндер-сюрпризы. Darling, what they tell about your finger? Doctor not here. Doctor some later. Сказали, что доктор не здесь, доктор придет позже. Прямо так важно с доктором посоветоваться. Мне кажется, это пройдет. Ну, подумаешь, укусила его какая-то оса. Здесь работает. Я уже очумевшая. Честно говоря, очумевшая, и я хочу в отель. Без льда. Папа, with lemon, lemon. Скажи, чтобы лимончик положили, да. Он говорит, они всегда кладут лимончик. Мы, говорит, даже не должны им говорить, они сами кладут. У него все так чистенько, аккуратненько, достойно. Нету мух. Мусорник для использованного тоже бочоночек. Не так просто на полу валяется. Чисто вокруг его места торгового. Все эти палочки нарубленные, аккуратные тоже. Ну, видно, что даже на таком маленьком месте рабочем человек навел такой себе полностью порядок. Да, я поняла. Я все время перегораживаю дорогу, потом сама визжу от страха. Полную труху, полностью. Вот это вот тебе шнековая соковыжималка. Шнек так шнек. Ой, спасибо. Благодарю от всей души. Так, что там такое? Привезли новые. Обезьяны побежали. Интересная жизнь тоже такая тут. Как вкусно. Вообще, безо всякого льда. Такой комнатной температуры. Идеально. Саша, я оставил наши покупки там на прилавке вот у этого дяденьки. Я думаю, не понравился ему этот полтинник. Саши держит в руках, не прячет. Хочет, наверное, поменять. 60 рупий ему сдали. Значит, по 20 рублей стаканчик. Да, поменять попросил. Вот они прям, вот видите, эти тростник. Высоченный какой он вырастает. Да. А вовнутрь нам зачем сюда? И здесь чистенько так.